Всем привет, друзья и гости канала, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы проверяем сайт под названием JetCash, сайт по зарабатыванию денег. Итак, что же у нас за сайт? Это новый сайт, какой, уже где-то создался недельки полторы-две назад. И здесь уже, как вы видите, сыграна игра. Вот. 3 795 336, короче, много, короче, человек уже сыграли, поставлено уже 102 миллиона, вот сколько, ну вот собственно и выигрывают. Вот минус 5 здесь выиграли. Вот, вот у нас 1 рубль вы можете получить. Короче, для того, чтобы здесь играть, здесь нужно пополнить на 50 рублей, сумма 50 рублей, чтобы играть здесь. И здесь, короче, можно пополнять Киви кошелек, Яндекс деньги, Мегафон, МТС, Теле2, так, это Moneystar, Visa, Freecasa, Билайн, WebMoney. Ну, так как я еще не положил деньги, я не буду на нем играть. Я вам покажу вкратце, как здесь на нем играть. Вот, короче, нажимаете играть. И вот, можете вот так выбирать. Ну, я вот, собственно, выбираю вот так. Вот, вам покажу. Можно вот так выбирать. Потому что, блин, здесь... Вот, попадаете на Game Over, это вы проиграли, и вы проигрываете, собственно, деньги. Так, ну давайте еще раз попробуем. Вот так, опа, вот, играть. Вот, если вы не хотите проиграть, нажимаете взять просто, и они у вас появятся здесь. Ну, у меня не появились, потому что я еще баланс не пополнял. И, короче, давайте вот так. Так. Сделаем. Вот, проиграли. О, нифига себе, здесь можно было просто вот так. Давайте, значит, ребята, попробуем на среднюю играть. Вот здесь уже, видите? Так, играть. Проиграли. Так, давайте на тяжелую играть. Вот здесь опять ракета. И здесь можно вот максимальные ставки повышать. Можно забирать. Проиграли, да? Вот здесь, вот чего здесь до 1 рубля, я не знаю. Ну вот, средняя у нас легкая. Вот сумма ставок игр сыграна, сумма ставок. Вот уже кто-то 2 миллиона выиграл, здесь кто-то 30 тысяч. Вот, короче, те, кто, ну, короче, в тренде, или как там, кто самый больше выиграл денег и выиграл, да? Это что здесь? Мы... А, ну вот звук, да? Депозит, а, это то, что... А выводить у нас здесь можно Киви, Яндекс деньги и WebMoney. И только... от 100 рублей. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Еще будем обозревать сайты. Всем пока-пока. До новых встреч.